утро. Доброе субботнее утро. Вчера так классно с девчонками посидели. Просто супер на улице. С чаем, с пледом, с кальяном. Просто шик и блеск. Вот. А сегодня мы начинаем обычные будни. Не будни. Обычные выходные. Будни выходного дня, хотела сказать. Обычные выходные. Я уже прибралась. Время 1:30. Сейчас чего-нибудь позавтракаю. Хочу поджарить грибы. У меня вот в заморозке шампиньоны. И сделаю с яичницей и сыром. Я думаю, отлично будет завтрак. И плюс нарежу себе огурчиков. Это вот просто супер. И приготовлю кофе. Сварю кофе. Так что такие планы. На день у меня вообще никаких планов нет. Я, может, что-нибудь приготовлю попозже покушать. И, пожалуй, буду продолжать смотреть вебинары, потому что их очень много, времени очень мало. И нужно все посмотреть. Хочется посмотреть как можно больше. И там электронную библиотеку, и то, что дают. И, в общем, я как белка в колесе пытаюсь впитать как можно больше полезной информации от обучения. Вот так вот. Такие выходные. Выходные у нас вроде теплые. Изолька вон на окне сидит. Что-то там унюхала. Ладно, кушать вроде хочется. Так что буду готовить себе завтрак и что-нибудь смотреть на ютубчике. А потом сяду за обучение. Вообще классно иметь таких подруг, которые ты такая сидишь на работе, и они тебе пишут: так, давай вечером пойдем, посидим, попьем чай, покурим кальян. И я такая в ответочку: все, я готова. Очень спонтанно и быстро. Нет, это, кстати, посиделка не была запланированная, но вот реально вечером мне подруги написали: давай, окей, давай. Вообще спонтанность — это вот прям конек моих подруг некоторых. Вот. И я всегда за любой кипиш, всегда готова поддержать любую их тусовочку. Что же у меня получилось? Я вот сварила себе кофе двойной, огурчики порезала, помидор у меня нету, потому что закупка будет только после обеда. А сыр достала и сюда добавила сыра и грибы. В общем, такой вот у меня получился блин. Яичный блин с грибами и сыром. Ну, думаю, этого насыщения мне хватит на целый день. Порции маленькие стали. Мы тут приехали поужинать на национальную кухню Жететандер. Тут на летнике возле речки. Только речку не слышно. Ну, миленько. А, вон хиста речка. Вот ждем еду. Спонтанная вылазка. Постоянно перелет туда. Везде его гоняют, да? Теперь, и она здесь теперь, она что, куда поедет туда? Одна будет там сидеть, что ли? Всю жизнь нет теперь. Прохладно, правда, здесь нам нужно становится. Ну, думаю, не замерзнем. Разговаривали перед его вот этим? Думаю, нормально. Он сказал, что уже...
Так, принесли нам наш шашлык. Да, не-не, можешь брать. Только где говядина, где баранина? Походу, вот светленькие, это баранина. Вот. Баранина вот посветлее? Да, да, вот эти, потому что она же мягкая бывает. Она уже теплая. Остыла так быстро? Нет, они принесли нам уже остыли. Они, наверное, в микроволновке разогревали. Вот буквально 2 недели назад, я помню, год я учился онлайн. Лекции, Саша, что там было? Так, это что у нас? Это лапы или слова? Ну, я ничего, кажется, кстати. Так, Юль, твой даст вас? Да, у меня какао. Зашли, взяли кофе, решили прогуляться, просто свежим воздухом подышать. Ну, правда, сейчас такое время классное, когда не жарко, просто кайф сидеть на летнике с пледом, с каким-нибудь горячим напитком. И вот взяли кофе и гуляем по парку. Красота. Ну что, я заехала в Магнум, купила еды. На минуточку. Видно? На 18 тысяч тенге. Купила кошке еды. Там еще, ладно, максимум 5 тысяч. Это, ой, кто называется? Элвину. Вот, на 18 тысяч тенге я купила Изольде и немножко там Элвина еды. Цены, конечно, космос. И то это скидки были. Почасто еще этот тяжеленный, огроменный пакет. Я не знаю, сколько он тут килограмм весит, но это тяжело. Серьезно. Так что ладно. Дотащу. Потом выйду на связь. Я помню, как меня до жути бесила «Играй гармонь» передача. Ой, мама, как моя любила ее. Ужас. Она вообще... Я все думала, ой, господи, да что там... Ох, как она любила. Я сейчас всегда вспоминаю. А ты бы кстати, есть это «Играй гармонь»? Идет? Идет, да. Офигеть. Ну вот, вот это вот для меня просто потеря времени, вот это вот смотреть. Ничего полезного. Как? Ну, русские песни, старые русские песни. Да, мама, ты еще станцуй. Плясали, все. Поколение-то было. Сидят там какие-то матрешки. Вот мне всегда шансон нравился с молодости. Ну, шансон, ладно, я еще пойму шансон. Ну, ну, такие передачи я не люблю. Ну, а здесь вот тут даже шансонные. Надеюсь, когда я постарею, я все равно не буду любить такие передачи. Почему? А что будешь делать? Не знаю. Дай бог, чтобы у тебя деньги были, да будешь везде ездить. А у меня что, у меня денег-то нет. Не ладно сидеть, смотреть шансон. Ну, блин. Ой, я телевизор-то не смотрю. Что это? Я спать так хочу. Ой, нет, без телевизора я не могу. Мам, да зачем он нужен? Ну, Юля, я, например, все новости с телевизора беру. Да? Вот особенно передачи... РЕН-ТВ, так мне вот сильно ой, нравится. Ой, РЕН-ТВ там вечно, там вот все канал. Плохо. Там, почему? Там все какая-то мистика. Там все вот такое мне нравится. Там почему все доказуемое есть, не обязательно, что что-то неочевидное. Мам, и... телевизор там одно вранье. Да нет. Да-да. Ой, а в твоем телефоне вот вранья-то сколько. Это я уже сама убедилась. Так и не надо смотреть ни телефон, ни телевизор. Этот YouTube, блядский, хоть выключил. Там ничего нету такого. Там всякую херню показывают. Я в YouTube ничего не смотрю. Они еще ведь
с такой настойчивостью. Ой, да, правда, все вот это. Новости такие аж смешные. А, я не смотрю такое, я смотрю только лайв-контент. Ну а толку, а рецепты-то у них какие? Так я не... Ой, блядь, вкусно, ой, вкусно, ума, ешь. Я сделаю, жрать не возьму. Я не готовлю. Я не готовлю, поэтому я не смотрю рецепты. Да что вкусно. Ага. Я как дура, блядь, готовлю эту херню. Боюсь невозможно. Ой, нет. Ну, я, кстати, что, находила какие рецепты в Инстаграме? Нормально? Ой, нет. Они все всякие эти свои, они утаивают. Секретики? Ну, что хорошего нет? Ну, может быть. Блин, как я хочу. Новости тоже вранье, всякие вот эти глобы-то все там такой херни наговорят. Ой, конец света, конец света. Ой, блядь, луна убывает, вот это делает. Ой, луна прибывает, вот это делает. А это нельзя. Ну это мода сейчас такая. Ой, блядь, понаслушаешься. Ну там шашлык жарят они. Приготовил. Ага. Я пожрала. Ой, фу, хотя вчера и наелась. Ну что, я уже дома, у нас время уже 8 часов, и буду делать свою вечернюю рутину, умываться, и также хочу посмотреть какие-нибудь вебинары свои, и, наверное, буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной, и всем пока-пока!